Мы берем самый красивый шар, который понравился нам по цвету и подходит. Под лак немножко, может быть. Отходим в сторону. Замахиваемся. Идем вперед и бросаем. И выбиваемся кеглем. Как это называется? Страйк! Страйк! Как вы уже успели заметить, девочки не только репетируют, но и отдыхают всем составом. На этот раз местом для развлечения красавиц стал развлекательный центр, где они освоили игру в боулинг. Сегодня мы играли в боулинг. У меня получилось 70 очков по итогам первой игры. Ну, это второе место. Вот, понравилось играть. С девчонками очень весело, здорово. Знакомимся, привыкаем друг к другу. Пока все хорошо. Надо играть весело, в свое удовольствие. Мы не ради победы сегодня здесь, а ради победы мы соберемся на финале. Вот, конкурса «Мисс Новочебоксар 2015». Нельзя не отметить, что боулинг – это простой, динамичный и захватывающий так называемый вид спорта для всех. Поэтому он так популярен. Девушки отрывались по полной, играли с азартом, радовались победам и просто отдыхали от души. Потихонечку сплочаемся, несмотря на то, что это соревнование, мы должны оставаться коллективом хотя бы в течение этого месяца. Ну и желательно в дальнейшем найти себе подруг и так далее. Репетиции проходят очень интересно, на каждой репетиции мы узнаем что-то новое. Учимся, конечно, это очень тяжело и морально, и физически, но после каждой репетиции такие просто эмоции, то, что только на них, наверное, и держишься в такие трудные ситуации. Инга говорит, что мы очень способны, что мы все схватываем на льду, что все очень быстро понимаем, вот, и радуем ее очень сильно. Одна из участниц конкурса Юлия Бутюнина отмечала в эти дни свой день рождения. Так как девочки уже сдружились, то и праздник получился теплым. В этот день организаторы разрешили участницам поесть сладкого. Некоторые же конкурсантки носят контейнеры с едой с собой и кушают строго по расписанию. Стараемся проводить не только такие изнурительные репетиции, но и такие мероприятия, которые способствовали бы тому, чтобы девочки как-то коллективом дружили и уже с позитивными таким настроением шли к финалу. Настолько они какие-то добрые в этом году, хорошие, они между собой общаются очень хорошо и радуются, и помогают, и переживают. Может быть, они пока просто не поняли, что они конкурентки. На данный момент открываю для себя такие вещи, как правильная походка. Нужно постоянно улыбаться, несмотря на то, что это репетиции, или неважно, что на тебя никто не смотрит, улыбка должна быть на лице всегда. Нужно над этим постоянно работать. Ну, сейчас еще месяц до финала. Наверное, такого сильного чувства конкуренции еще нет. Все девочки пока знакомятся, присматриваются друг к другу. Сейчас появятся лидеры, и, наверное, тогда начнется жесть.
Но подготовка к финалу тем временем продолжается. Девочки ежедневно трудятся на репетициях, чтобы удивить всех зрителей. Мы же призываем вас голосовать за понравившуюся конкурсантку в группе НКТВ ВКонтакте за звание «Мисс Новонет 2015».